Добрый вечер, коллеги, партнеры, инвесторы, возможно, гости, которые первый раз на этом вебинаре. Хотя людей сегодня немного. Вот. Причин может быть несколько, у каждого она всегда своя. Кто-то, возможно, не пришел, точнее, на вебинар, потому что у него сейчас активные трудовые будни, и он отбивает последние, скажем так, часы дисконта. Хотя есть небольшая новость, и, возможно, вы все ее уже знаете. Вот, кстати, если есть... Точнее, если меня слышно и видно хорошо, просто плюсики поставьте в чате. Для меня это будет сигналом просто дальше продолжать наш вебинар. Плюсы есть, значит, кто-то меня слышит и видит. Вот. Если у кого-то вдруг что-то там зависает и так далее, то можно перезагрузиться. Все будет хорошо. Скажите, есть ли кто-нибудь, кто не следил последние 2-3 часа за новостями, которые есть в компании Skyway Capital? Если такие есть, просто минус поставьте. Не знаю, обрадую я вас или огорчу, но есть новость, которая вышла буквально 2 часа назад, 3, и размещена на наших сайтах. То, что переход на седьмой этап, он не то, чтобы он не отложен, но изменение дисконта у нас отложено на 8 число. То есть до 8 числа включительно еще можно приобретать пакеты по тому дисконту, который действует у нас сейчас. Одна из причин, то, что сегодня, например, сайт компании Skyway Capital очень, скажем так, точнее, не очень хорошо работает, потому что огромное количество людей заходит на нашу страницу, пытается, скажем так, заказать себе пакеты, приобрести их, оплатить, то есть, ну, перегружен, да, есть такое понятие. Иногда в сфере людей, которые занимаются интернетом, бизнесом там и, в общем, в мире интернета варится целыми днями, они говорят, сайт упал. Вот у нас примерно такая ситуация сегодня, вот и одной из причин продления дисконта является именно это. Ну и плюс по просьбе наших инвесторов, которых огромное количество уже в 64 странах мира, да, вот, пошли навстречу и продлили еще на неделю. Но сделал акцент следующий, то, что вот люди, которые планируют переводить переводы благодаря платежной системе SWIFT, то есть банковскому переводу, мы вам рекомендуем поторопиться, потому что, скажем так, деньги в нашу компанию должны прийти не позднее 8 числа. Те деньги, которые придут позже, люди смогут купить какой-либо из пакетов акций только уже по дисконту седьмого этапа. Поэтому нужно торопиться. Сегодня у нас вебинар, он, наверное, еще более короткий и краткий, чем презентация нашей компании. Речь пойдет о партнерской программе, речь пойдет о маркетинг-плане. То есть это тот инструмент, благодаря которому сегодня любой партнер компании Skyway Capital, любой инвестор может зарабатывать деньги. Единственное, сразу сделаю акцент, зарабатывать здесь деньги может человек, который перешел в статус партнера. Что это значит? Он зашел в свой личный кабинет, вот, зашел в раздел «Инструменты партнера», и там есть три пункта – реферальные ссылки, план вознаграждения и баннеры. Да? Если вы не подписали агентского соглашения, которое позволяет вам взаимодействовать с нашей компанией, получать вот это денежное вознаграждение, то все эти три пункта недоступны. То есть там просто баннер, в котором написано, что уважаемый, да, имя, отчество. Для того, чтобы данные разделы сайта были вам доступны, вам необходимо подписать агентский договор. Если человек соглашается, то ему высвечивается текст договора на нескольких листах. И в конце этого договора есть кнопка «Согласен подписать». Подписание договора позволяет вам получить доступ к реферальным ссылкам, благодаря которым вы можете начинать формировать свою структуру партнерскую. То есть давать эти ссылки людям, которые вас окружают в повседневной жизни, либо в социальных сетях, либо в интернете, да, посредством целого ряда мессенджеров, либо электронной почты. И таким образом начинаете строить свой бизнес, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на мировой рынок с транспортной технологией Юницкого и с теми пакетами долей компании, которые сегодня вы можете себе приобретать. Почему я так подробно, скажем, вначале сделал акцент на этом? Потому что, в принципе, люди, зарегистрировавшись в личном кабинете, могут оставаться на уровне инвестора. Что это значит? То есть они пришли, зарегистрировались, зашли в раздел «Инвестировать», выбрали себе любой пакет, либо несколько пакетов, либо выбрали себе рассрочку, просто приобрели пакеты и все. То есть они не подписали статус партнера, не подписали, точнее, договор, не получили статус партнера, соответственно, денежного вознаграждения, да, никакого, эти люди получать не могут. Плохо ли это? Я думаю, нет, потому что огромное количество людей, ну, в мире, например, MLM, являются по отношению к компаниям, которые предоставляют огромный перечень товаров и услуг, просто клиентами. И не представляют себе такой деятельности, как информировать кого бы то ни было, о чем бы то ни было. То есть им не нравится заниматься информационной деятельностью, возможно, у них, скажем так, нет такой возможности. Да? Вот. Хотя, вы знаете,
Иногда люди говорят, я не умею там красиво говорить и так далее, и так далее. Я видел огромное количество людей в мире MLM-программ, у которых действительно есть причина не строить этот бизнес, да, вот, в отличие от нас с вами, которые могут говорить и слышать, они не слышат и они не разговаривают. То есть люди, вот глухонемой это слово, скажем так, для меня оно не ругательное, да, это человек, который, к сожалению, потерял слух и не может разговаривать. Так вот, эти люди совершенно спокойно в целом ряде компаний MLM-бизнеса строят партнерские структуры, зарабатывают деньги. Потому что они себе не ставят никаких ограничений, они не видят в этом причины, скажем так, не делать этот бизнес, да, не создавать этот бизнес. А просто благодаря, скажем так, тем подручным средствам, которые у них есть, информируют людей вокруг, регистрируют людей под собой, да, мало того, они еще могут обучать. Ну, конечно, могут обучать при помощи целого ряда материалов. То есть они могут переписываться, например, в том же интернете, да, и давать людям ту необходимую информацию, которая позволяет им расширять свой кругозор в этом бизнесе, зарабатывать деньги, соответственно, таким образом они сами строят структуру и помогают людям, таким как мы с вами, зарабатывать денежные средства, ну, кому-то на пропитание, кому-то на проживание, а кто-то зарабатывает очень серьезный уровень дохода. Потому что партнерская программа Skyway Capital на сегодняшний день действительно она уникальна в своем роде, потому что мир MLM-бизнеса, мир партнерских программ знает там не одну тысячу компаний. В большинстве случаев эти компании приходят на какой бы то ни был рынок уже состоявшимися компаниями. То есть они работают, у них есть определенный перечень товаров и услуг, которые они предлагают людям в этой стране, либо в каком-то большом регионе, который включает в себя несколько стран. Да? И у них есть маркетинг-планы. Это тоже планы вознаграждения, по которым люди могут зарабатывать деньги. Вот. И коренное отличие, например, нашей компании от фактически всех проектов MLM-бизнеса в том, что для того, чтобы стать совладельцем той компании, да, то есть получить какой-то небольшой даже пакет акций, то есть стать собственником той же компании, человеку в этих проектах нужно построить многомиллионные структуры с многомиллионным товарооборотом денежным. Вот. То есть, точнее, структуры могут быть, я, может быть, сильно там хапанул, да, многотысячные, если говорить о партнерах, а вот товарообороты должны быть действительно миллионные в долларовом эквиваленте. То есть человек там должен дойти до вершины маркетинг-плана, и только после этого он может стать совладельцем компании, соакционером и так далее. И то, скажем так, таких компаний, которые предлагают стать соакционером, по сути дела можно пересчитать там по пальцам, ну, может быть, рук и ног одновременно, да, там, может быть, пару десятков таких компаний, которые, в маркетинг-планах которых зашито пункт, что вы можете стать акционером этой компании. В большинстве случаев вам просто предлагают быть потребителем товаров и услуг, которые есть, и при этом строить сеть, помогать компании создавать товарооборот, и часть этого товарооборота она будет платить вам в качестве вознаграждения. У нас тоже по партнерской программе компании Skyway Capital есть вознаграждение, которое вы можете получать, информируя людей о возможности стать инвестором в нашем проекте, акционером, да, и партнером по бизнесу, зарабатывать деньги. Но есть коренное отличие, то что вы становитесь совладельцами компании сразу же, как приобретаете какой-либо из пакетов акций. То есть вы становитесь совладельцем технологии, вы становитесь совладельцем того продукта, который мы выведем, скажем так, на мировой рынок вот в ближайшие там полтора-два года. Да? Продукт будет эта технология, она как бы есть, мы сейчас строим демонстрацию этой технологии на территории экотехнопарка в Минске. Вы уже совладельцы, скажем так, этого продукта, и в будущем, как продукт будет реализовываться в целом ряде адресных проектов, а их будет много, вы будете получать прибыль со всех этих адресных проектов. Вот это одно из отличий. Ну и плюс ко всему, сама партнерская программа, если вы строите партнерскую сеть, если вы помогаете нам привлекать инвестиции, и мы с вами делимся определенным процентом, тоже уникально, проста, ну и достаточно денежно. То есть сегодня сотрудничество с нашей компанией по партнерской программе Skyway Capital – это возможность создания источника дохода. Причем источника дохода, который не будет вас заставлять, скажем так, делать какие-то катастрофически тяжелые действия ежедневно, да, то есть тяжелым физическим трудом зарабатывать себе какое-то количество денег. Вот. Причем вы можете, скажем так, заработать какое-то количество денег, да, своим трудом, а вы можете посредством, скажем так, правильного структурирования своего бизнеса создать, ну, фактически источник постоянного дохода, который может все время увеличиваться. Если все правильно делаете, если вы, скажем так, сами учитесь простым шагам, обучаете своих партнеров делать эти простые шаги и помогаете им передавать эти знания, опыт и навыки, да, в глубину. То есть фактически, как говорят гуру MLM-бизнеса, бизнес по партнерским программам, сетевой бизнес, MLM-бизнес напоминает ритм вальса, три четверти. То есть сначала вы учитесь сами,
обучаете партнеров, которых пригласили, помогаете им обучить следующих. Ну вот, в принципе, три действия, которые надо делать в нашем с вами бизнесе. Да, здесь надо овладеть информацией. Здесь не нужно становиться технарем на уровне, скажем так, овладения всей технологией, понимания, скажем, всех вот этих вот, например, коэффициентов аэродинамического сопротивления, как это происходит, почему там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь не нужно становиться, скажем, гуру в мире финансов. Здесь не нужно становиться Дональдом Трампом, да, Ротшильдом или кем-то еще, или Робертом Киосаки. А просто делиться информацией о том, что да, сегодня можно приложить собственные усилия физически, морально, духовно и финансово, чтобы стать инвестором, да, и в будущем получать очень серьезный уровень дохода. И делать простую работу по распространению информации о нашем проекте и получать процент от привлеченных инвестиций уже сегодня. То есть у нас умело увязаны, скажем так, две такие возможности. И мир инвестиций, и мир MLM-бизнеса. Ну еще есть, скажем так, третья, наверное, важная составляющая часть – мир тяжелых транспортных технологий. Потому что если мы с вами посмотрим, опять же, в мир MLM-программ, нет ни одного подобного проекта, который бы привлекал денежные средства, имел бы свой маркетинг-план и еще имел технологию, да, которая будет использоваться везде. Потому что мы имеем отношение к транспорту, а транспорт, по сути дела, более 90% людей на Земле. Ну, кто-то чаще, кто-то реже пользуется транспортными средствами из различных транспортных систем сегодня. А наша система войдет, скажем так, в рынок очень быстро. И, как говорит Анатолий Эдуардович Чуницкий, 30-50% всего мирового транспортного рынка в ближайшее время будет под технологией Skyway. И на ближайшие 100 лет нам есть что строить, есть откуда получать доход и так далее. Итак, друзья, вернемся к партнерской программе. Вот, у нас 6 квалификаций. Когда-то, те, кто помнит еще, скажем так, начало деятельности нашей компании, у нас было 7 квалификаций. Сегодня квалификация клиента, она, по сути дела, не является квалификацией на карьерной лестнице нашей компании. Это просто человек, который по чьей-либо реферальной ссылке зарегистрировался в личном кабинете, получил в руки, скажем так, большой объем информации, он может разбираться в этой информации, задавать вопросы вам, задавать вопросы отделу информационной поддержки в Москве, задавать вопросы технической поддержки прямо с сайта, да, и при этом, скажем так, либо принять решение стать инвестором, приобрести себе пакет акций, либо подождать. То есть, как бы, мы его заставить не можем, мы, в принципе, этим и не занимаемся. Если человек видит перспективу, он сделает действие, он сделает шаг. Ваша задача, если вы пригласили человека, он зарегистрировался, помочь ему разобраться в информации. И если он примет решение купить пакет, а потом еще, скажем так, не прочь заработать денег, помочь ему это сделать. Не настаивать, не уговаривать, не тащить его везде за рога, да, как иногда это называется, а просто-напросто выявить его интерес. А вы знаете, интересов может быть огромное количество, проблем, вопросов, которые есть в жизни людей. И вы даже можете человеку для того, чтобы зарабатывать вместе с ним, начать деньги по партнерской программе, предлагать не технологию Юницкого, да, не там, возможность какого заработка, а услышав, какие вопросы и проблемы есть у человека, просто предложить ему их решить при помощи инструмента партнерской программы. Итак, квалификация называется партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. И первая квалификация партнер, в принципе, не выдвигает даже каких-то жестких условий по отношению к любому человеку. Вы зарегистрировались на сайте, вы зашли в раздел «Инструменты партнера» и подписали агентский договор. Вы даже, может быть, и не купили ни одного пакета акций, который у вас есть, да? Но с этого момента, как вы подписали договор, у вас есть возможность получать вознаграждение в виде тех процентов, которые видите сейчас на экране. 15% с первого поколения от привлеченных инвестиций, 4% со второго, 2% с третьего и 1% с четвертого. То есть вы сами даже еще могли ничего не купить, но рассказав кому-то, зарегистрировав по своей реферальной ссылке людей, если они купили пакеты акций, неважно какие, на 15 ли долларов или на 150 тысяч, да, вы получите свои положенные проценты, которые видите на данном слайде. И эти проценты начисляются сегодня еще до 8 числа включительно, в формате 100% положенных денег на бонусный, на акционный счет. То есть, если человек зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, купил, например, на 100 долларов, 15 долларов вам начислится на бонусный счет, это ваши живые деньги. Когда вы их накопите до уровня 30 долларов, вам принимать решение выводить их, да, то есть просто использовать на то, что вам необходимо, либо приобрести пакет акций на эти деньги, а может быть передать в личный кабинет какого-либо партнера, которому это нужно, он может вам отдать живые деньги, вы можете ему перевести заработанные на бонусном счете. Акционный счет, по сути дела, это подарок компании. Это деньги, которые невозможно никуда не передать, не вывести. Но на эти деньги можно приобрести себе пакет акций и стандартного прайс-листа, который есть в личном кабинете каждого партнера. То есть, по сути дела, давая информацию людям, да,
привлекая инвестиции в наш проект, вам начисляются проценты на бонусный акционный счет. Даже если вы с бонусного счета деньги все будете выводить, с акционного счета у вас есть возможность расширять портфель инвестиций в наш проект. Вот и все. Поэтому выгодно развивать партнерскую программу, выгодно делиться этой информацией с окружающими людьми. Итак, партнер имеет 4 уровня вознаграждения от 1 до 15%. Следующая квалификация под названием «консультант». Здесь уже, скажем так, человеку, ну не то что предъявляются, да, но выдвигаются определенные условия. Всего их 3. Первый из них – вы сами должны приобрести пакетов акций нашей компании на сумму $100 США. Либо единоразово это происходит, либо суммарно. То есть у нас есть малые пакеты. Сегодня еще есть пакет на $15 с 8 июня, с 9 июня его уже не будет, да, потому что минимальный пакет будет стоить $30 США. Соответственно, приобретая, скажем так, даже суммарно пакет первый раз там на 60, второй раз на 30, потом еще раз на 30, у вас получается 120, и вы выполняете первое это условие. Второе условие. В вашем первом поколении, то есть зарегистрированных по вашей ссылке людей, должно быть не меньше 2, которые купили тоже на $100. И, соответственно, если первые 2 условия выполняются, выполняется и третье. Суммарный товарооборот вашей личной закупки и вашего первого поколения должен быть не меньше $300 США. В этом случае у вас глубина уже составляет не 4, а 5 уровней. С первого поколения 15%, но со второго уже 5, с третьего 3, с четвертого 2. И с пятого уровня глубины компания вам начисляет 1%. Деньги также распределяются пока на сегодняшний момент 100% на бонусный, 100% на акционный счет. Третья квалификация называется лидер. Лидер – человек, у которого есть последователи. Можно быть лидером команды в футболе, да? Можно быть лидером, там, я не знаю, в велосипедном спорте. Гонка за лидером даже есть такая гонка, если вы слышали. Вот. Можно быть лидером, ну, в целом ряде сфер человеческой жизни, в ряде направлений, да? То есть вы можете человеком быть, за которым просто люди идут, да? То есть вы можете быть человеком, у которого есть какая-то идея, у него есть последователи. В принципе, в нашем бизнесе это так примерно и выглядит. То есть лидер – это человек, за которым уже двигается какое-то количество людей, представляющих коллектив. Командой, может быть, это назвать еще нельзя, но, тем не менее, есть последователи. Да? И чтобы стать лидером, необходимо сделать тоже 3 шага. Первый из них – сумма личных инвестиций $200. В первом поколении должно быть не меньше 3 партнеров, которые сделали такие же инвестиции, как и вы, $200 США. И суммарный товарооборот первого поколения, то есть купленных акций, вами лично и людьми в вашем первом поколении, уже не менее $2000 США. Так вот, как только выполняется это условие, вы становитесь лидером. 15% вы по-прежнему будете получать с первого поколения, у вас уже 7% будет со второго, а не 5, 5% с третьего, а не 3, 3% с четвертого уровня, 2% с пятого уровня и открывается 6 уровень глубины. Эти проценты вы будете получать, когда станете лидером. Четвертая ступенька карьеры называется мастер. Помните, да, сказки Бажова, Данила мастер, каменный цветок. Но мастер – это тот человек, который уже умеет профессионально что-то делать. Да, именно за это ему присваивают звание мастер. Есть мастер спорта, если касается спорта. Есть мастера в различных, скажем так, опять направлениях человеческой деятельности. Есть мастера, которые могут вам из машины разбитой сделать конфетку. Да, то есть профессиональные автослесари там и так далее. Есть мастера, которые могут вам сделать что-то. Вот я был недавно в Карелии, там есть мастера по плетению соломы, да, то есть уникальные изделия и так далее. Был музей мастера, который, фамилия, имя его Кранит Гоголев, это в городе Сартовало. Очень жаль, что у этого человека не осталось последователей учеников, да, потому что он умел создавать шедевры. Он создавал картины резьбой по дереву. И эта резьба по дереву была, по сути дела, в формате 3D, а не объемные. Большие, красивые картины. Вот видите, в нашем случае, если вы, скажем так, что-то делаете, привлекаете людей, обучаете им делать простые действия, у вас большое количество учеников, у этого человека не осталось. Но, тем не менее, слово «мастер», квалификация «мастер», да, за ним закрепилась. Итак, мастер, ваш личный товарооборот должен составлять не менее $1000 США. В первом поколении должно быть не меньше 3 лидеров, то есть тех, кто выполнил предыдущую квалификацию, о которой мы говорили. И суммарный товарооборот ваш должен быть не менее $5000 США. Как только это происходит, первое поколение по-прежнему остается на уровне 15% от привлеченных инвестиций, второе 7, третье 5, четвертый уровень 4, пятый уровень 3, шестой уровень 1% и открывается еще 3 уровня глубины по половине процента с товарооборота, который создает ваша команда и структура. Это тот уровень дохода, точнее те проценты, точнее, которые доступны человеку в квалификации мастер.
Пятая квалификация, пятая ступенька карьеры нашего маркетинг-плана называется эксперт. И экспертом могут стать те люди, которые также выполняют три условия. Первое из них – сумма личных инвестиций. Ну, довольно приличная, да, по нашим деньгам, это 5000 долларов США. В первом поколении должно быть не меньше двух мастеров, да, и третий мастер в структуре может находиться во втором, в третьем, в пятом, в десятом поколении от вас. Важно, чтобы он не входил в структуру первых двух мастеров. Суммарный товарооборот первого поколения должен быть не менее 10 тысяч долларов США. Как только это условие выполняется, вы эксперт. Первый уровень 16%. То есть, начиная с эксперта, вы начинаете получать на 1% больше с первого поколения, чем на предыдущих четырех квалификациях. Поэтому есть смысл становиться экспертом. Второй уровень по шестой уровень то же самое, что и у мастера. С 7 по 9 те же самые 0,5%, но с 10 по 20 уровень, с 11 уровней глубины далее, вы начинаете получать 0,2% с товарооборота, который создает ваша команда. Высшая ступень квалификации маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Чтобы стать топ-экспертом, сумма личных инвестиций ваша должна составлять не менее 10 тысяч долларов США, суммарный объем инвестиций вашей первого поколения должен быть не менее 30 тысяч долларов, и в вашем первом поколении, здесь опять же мы возвращаемся к тому же условию, которое было до мастера включительно, не менее трех человек, которые стали экспертами. В этом случае у вас первое поколение получается 17%, если вы привлекать продолжаете инвестиции в первом поколении, а у вас просто могут быть люди, которые покупают пакеты в рассрочку каждый месяц. Соответственно, с каждого этого купленного пакета вы будете получать 17%, а не 16 и не 15%. Вот. У вас все те же проценты дальше, что и у эксперта, только с 21 по 24 уровень еще добавляется 0,1% с товарооборота, который создает ваша структура. Вот если на пальцах объяснить, достаточно простой маркетинг-план компании Skyway Capital. В данной табличке отражена, скажем так, информация, которую я с вами вот сейчас разговаривал, ну, последние где-то 15 минут, да? То есть партнер, которому не выдвигается каких-либо условий, имеет возможность получать вознаграждение 4 уровней глубины, от 1% до 15%. Консультант, купив себе на 100 долларов, да, и создав товарооборот в первом поколении не менее 300 долларов, имеет возможность получать с 5 уровней глубины. Лидер, опять же, 200 личных и не менее 2000 товарооборот в первом поколении с учетом личного товарооборота 6 уровней глубины. Вы видите на светло-сиреневом фоне. Мастер 9, эксперт до 20 уровня глубины и топ-эксперт до 24. Вот в этой таблице, в принципе, отражена вся информация, касаемо нашего маркетинг-плана. Но где-то с марта месяца, если не ошибаюсь, там где-то с середины марта месяца, руководство компании и лидерский совет из людей, которые строят активно партнерскую структуру, развивают ее, пришли к такому соглашению, что у нас появился еще дополнительный бонус для тех, кто активно развивает бизнес и кто активно работает с людьми в первом поколении. И выглядит он следующим образом. То есть помимо тех процентов, о которых мы сейчас с вами говорили, появился дополнительный бонус. До 3% можно зарабатывать с товарооборота, который создает ваша структура. Выглядит это следующим образом. То есть с первого числа по последнее число каждого месяца, да, у вас осуществляются оплаты пакетов в вашем первом поколении. Так вот, допустим, что у вас один человек купил, два, там, три, четыре человека купили пакеты акций, неважно какого номинала, но как только появился пятый платеж, как только прошла пятая транзакция, то пятая транзакция идет, скажем так, вознаграждение не 15%, да, если мы говорим о квалификации мастер включительно, а пятый платеж уже идет 16%. За предыдущие 4 платежа доначисляется еще 1%. То есть это выглядит таким образом, как будто за все 5 платежей, которые прошли в вашем первом поколении, за каждой компания вам заплатила 16%. Далее, если ваш бизнес продолжает развиваться, люди продолжают покупать пакеты акций в первом поколении в течение того же месяца, да, 6, 7, 8, 9 пакет идет уже под 16% вы начинаете зарабатывать. Как только идет 10 проплата, за 10 начисление идет 17%, и за предыдущие все 9, которые были до этого, 1%. То есть опять же ситуация выглядит так, как будто за все 10 платежей в вашем первом поколении вам начисляется 17%. Далее, если вы продолжаете активно строить бизнес и в вашем первом поколении осуществляются проплаты, вплоть до 19 оплаты, да, до 19 транзакции в вашем первом поколении начисляется 17%. За 20
18 и дополнительно за предыдущие 19 пакетов еще 1%. То есть получается такая картина, что за каждый купленный пакет в вашем первом поколении в течение одного календарного месяца вам начисляют 18%. Если вы эксперт, соответственно, это все на 1% больше. Если вы топ-эксперт, то к тем цифрам, что я озвучил, 2%. На данном слайде, кстати, это прописано, да? То есть исключительно по квалификации мастера у нас цифры идут синие, зеленые, красные, снова синие. В черном, в скобочках, это те цифры, которые соответствуют квалификации эксперт и топ-эксперт. Есть условия выполнения бонуса, то есть, потому что вы понимаете, да, их нужно выполнять. Это не просто так мы платим, а первое важное условие, что все эти оплаты должны быть в течение одного календарного месяца. Второе условие, что, в принципе, я считаю его хорошим условием, да, один человек может купить несколько пакетов. То есть в вашем поколении, в первом поколении может быть активный партнер, у которого, например, оформлено несколько рассрочек. Одно он оплачивает там 1 числа, другое 5, 3 там 20. Все эти пакеты входят в этот бонус. Отсюда вытекает третье условие, да, что для получения данного бонуса учитываются и просто пакеты, купленные единоразово, и пакеты, которые ваши партнеры в первом поколении приобретают в рассрочку. Вот если у вас уже сейчас есть 20 пакетов ежемесячно покупаемых в рассрочку, то, соответственно, вы за все эти пакеты будете получать от 18% и более, в зависимости от вашей квалификации. Пакеты могут быть куплены как людьми, которых вы только сейчас привлекли в этот бизнес, да, и которые сейчас стали инвесторами, так и теми, кто зарегистрирован давно. Кто зарегистрирован с первого дня, скажем так, с работы компании Skyway Capital. И они, может быть, даже до того момента, до сегодняшнего, не покупали ничего, а может быть, покупали и часто. Ну вот с момента введения данного бонуса, все, что они будут приобретать для себя, вам будет зачитываться в счет вот этого бонуса. Вознаграждение также, как и по стандартному маркетинг-плану, о чем мы говорили с вами вот 5 минут назад, идет и на бонусный, и на акционный счет. На данном слайде разобран пример. Слово «разобран» не в плане, что мы его разобрали, да, и бросили. Пример, когда в вашей структуре есть оплата пакетов. Мы взяли условно стоимость $50. И данный пример, он корректен для квалификации по мастеру включительно. То есть, если у вас в первом поколении осуществлено было 4 проплаты и появилась 5 проплата, то вам начислится $40 США. С учетом, что все люди покупают по $50. Дальше, если осуществляются проплаты, вам будет начислено еще 45, если их будет 10. Потом начислится еще 95, если их будет 90, если их будет 20, да? И за 2 последующих, скажем так, платежа, которые видны на данном снимке, вы еще получите $18. То есть суммарно $198 США с товарооборота $1100. Хорошее вознаграждение. Почти 1/5 части. Ну, там чуть меньше. Вот такой пример. Какие преимущества есть у маркетинг-плана компании Skyway Capital? Ну, первое, то, что он накопительный всегда. То есть с первого момента взаимодействия с нашей компанией, как только вы зарегистрировались, сделали первую проплату, все, что происходит у вас, под вами, оно все идет вам в накопление. Квалификационным считается первый уровень. Ну, кто-то это рассматривает как большой плюс, кто-то, в принципе, как недостаток. К этому можно по-разному относиться, но у нас действительно нет компрессии. И очень важный момент, то, что вы приглашаете людей следом за собой, кто-то из них инвестор, кто-то из них изъявляет желание зарабатывать деньги. Вот, смотрите за теми людьми, которые приходят следом за вами в бизнес. То есть, если у вас в первом поколении будет огромное количество людей, там, может быть, даже несколько сотен, которые купят по $15, либо по 30, а в глубине там будет активно развиваться, скажем так, бизнес-структура, и люди будут закрывать квалификацию, вы не будете расти по карьерной лестнице, потому что есть условия, которые я вам говорил, да? Сначала 2 по 100, потом 3 по 200 и так далее, и так далее. И все это привязано к первому поколению. Вывод средств. То есть, если вы накопили на бонусном счете сумму от $30 и более, вы можете оформить заявку на выведение денежных средств на те платежные системы, которые есть внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Условия роста вашей квалификации, в принципе, мы говорили об этом весь сегодняшний вечер, да, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций ваших партнеров первого поколения. У нас нет такого понятия, как обгон вас, да, по структуре, потери, скажем так, структуры, потери каких-то веток, потери денег, если вас кто-то обогнал в квалификации, вы, например, находитесь в квалификации мастера, а у вас в первом поколении человек-эксперт. Ничего страшного. То есть все те проценты, о которых мы говорили, будут вам выплачиваться с тех уровней вашей структуры, которые положены. То есть потерять у нас здесь ничего нельзя.
Даже если у вас там будет десяток человек, которые, скажем так, в разных ветках будут выше у вас квалификации, вы будете получать тот процент, который вам положен в соответствии с той квалификацией, которая есть у вас. И никто у вас людей не отнимет, никуда они не уйдут. А в огромном количестве партнерских программ в мире MLM-бизнеса необходимо, скажем так, точнее, люди теряют и деньги, и структуры порой, которые у них забирают, передают вышестоящему спонсору, либо уходят они под компанию, если вас кто-то обогнал. У нас такого нет. Еще очень важный момент, на который хочу обратить ваше внимание. На сегодняшний день в мире MLM-бизнеса существуют там буквально единицы компаний, которые вам мгновенно перечисляют денежные средства, если под вами происходит какой-то товарооборот. Вот одна из таких компаний – Skyway Capital. Как правило, в большинстве компаний мира MLM начисление происходит раз в неделю, либо раз в месяц. То есть, мало того, вы выполнили товарооборот, скажем так, на следующую квалификацию, но по окончанию предыдущего месяца у вас квалификация та, которая у вас есть. Соответственно, вы деньги получите за этот месяц те, которые соответствуют вот той квалификации, которую вы уже выполнили, а ваш товарооборот вас вроде бы подвинул уже к вышестоящей. Так вот, вышестоящий вам может начислен быть по окончанию этого месяца, да, и, соответственно, только в следующем вы будете получать увеличенные проценты. А есть компании, которые, например, рассматривают рост квалификации на протяжении не одного месяца, там, двух, трех, полугода. Понимаете, да, о чем я говорю? У нас, если вы заработали деньги, вам они начисляются фактически тут же на бонусный счет. Если в течение дня, например, у вас накопилась сумма $30, пожалуйста, выводите их хоть каждый день. Это тоже очень здорово и удобно. Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы зарабатывать приличные большие деньги, составляет $15 США. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Очень важный момент, потому что даже в мире обычного, скажем так, обычной жизни, да, которая не относится к миру партнерских программ, инвестированию, мир обычных профессий, военные, рабочие специальности, педагоги, врачи. То есть есть такое понятие, как разряды квалификации, точнее категории, да. И если вы, скажем так, выполняете норму там, более высокой категории, вам больше платят. Но периодически эту категорию, либо разряд нужно подтверждать. Неподтверждение своей квалификации сулит вам уменьшение дохода, потерю, скажем так, выплат, потерю самой квалификации. У нас такого нет. Поднялись вы единожды на какую-то из ступенек, вы на ней остаетесь навсегда. Вот. У нас высокий процент выплат с первого поколения с учетом бонуса, о котором я рассказал, он может быть, то есть доход этот может быть на высшей квалификации до 20%, и от 0,1% до 7% вы получаете с глубины вплоть до 24 уровня. Это тоже очень большая глубина. Никто вас не ограничивает по количеству партнеров, которых вы можете пригласить следом за собой в этот бизнес. Все упирается, знаете, во что? Ну, наверное, в смысл, или как это правильно сказать, в правильное распределение времени, да, потому что одновременно иметь более 5 активных партнеров очень сложно. То есть, если вы пригласили там 3-4-5 человек, лучшее, что вы можете сделать, научить их делать простые шаги, и увидев, что они могут уже самостоятельно выполнять простые действия, приглашайте следующих людей. Таким образом, вы можете расширяться и получать максимальный доход с первого поколения. Если одновременно там 10-15-20 человек под вами зарегистрируются и скажут, помоги нам, да, в течение дня, у вас не хватит времени на этот бизнес, вы устанете, у вас не будет хватать времени на родных и близких, да? А все-таки наша с вами жизнь, то есть тот бизнес, о котором мы сейчас с вами говорим, это средство, это инструмент. Это инструмент, который может сделать вашу жизнь лучше, интереснее, веселее, да? Вы больше сможете увидеть, зарабатывая большее количество денег. Вы большему количеству людей сможете помочь. Есть замечательная книжка, которая называется «Бизнес-школа» Роберта Киосаки. Вот если среди вас есть хоть один человек, который эту книжку читал, поставьте цифру 5 в чате. Есть череда книг, которые написал Роберт Киосаки. Все они выходят под эгидой, либо под названием «Философия богатого папы», да? И мне очень понравилось там один из абзацев в одной из этих книг, где богатый папа говорит: «Ты знаешь, ты миллионер не тогда, когда ты взял, скажем так, по чуть-чуть у каждого человека, а когда ты помог миллиону человек». Так вот, один из основных принципов MLM-бизнеса именно тот. Помоги людям, да, которые тебя окружают, узнав эту информацию, развиться, заработать и так далее, и ты станешь успешным. Что еще хотелось бы сказать, да? То, что бонусное вознаграждение сегодня, делаю ваш акцент, еще сегодня, до 8 числа включительно, июня месяца, бонусное вознаграждение будет распределяться одинаково. На бонусный счет будет сумма идти, и на акционный счет будет идти сумма. То есть положено вам, например, $15 от сотни, которые вы привлекли в первом поколении, $15 вам упадут на бонусный счет и на акционный счет.
После 8 июня это будет выглядеть так. 15 долларов на бонусный и 7,5 на акционный. То есть 50% от количества бонусных денег будет начисляться на акционный счет. Вот это тоже держите в голове. У вас еще есть 8 дней, да, в течение которых люди могут прийти, зарегистрироваться, приобрести себе какой-либо из пакетов акций, дать информацию огромному количеству людей вокруг себя и при этом еще, скажем так, набрать достаточно большое количество денег на акционный счет, чтобы себе еще увеличить количество инвестиций, портфель инвестиций в наш проект. Вот таким вот образом. По большому счету, то, что я хотел вам сказать сегодня, я сказал. Я видел, что были какие-то вопросы в нашем чате, да? Могу ли я зарегистрированному человеку перевести деньги с бонусного счета, чтобы он оплатил стоимость пакета? Конечно, можете, Тамара. Вот у нас, как в компании Skyway Capital, такая возможность реализована. Вы заходите в свой личный кабинет, вы заходите в раздел банкинга, у нас есть там пункт «Перевести». Заходите в этот пункт, и там написано «Основной счет» и «Бонусный счет». И туда вы можете вписать сумму, какую вам нужно перевести на основной счет человека, который хочет купить пакет. С акционного деньги перевести нельзя. Акционный счет – это подарок. Подарок вам за то, что вы начали строить партнерскую структуру, вы можете на акционные деньги купить какой-либо из пакетов. Вот таким вот образом. Бонусные деньги, которые, в принципе, вы можете распоряжаться, это ваш заработок реальный, да, вы можете их отдать. Вот таким путем перевести их на основной счет вашего партнера, который может на эти деньги только уже купить акции. Потому что с основного счета вывести, например, деньги нельзя, с бонусного можно. Вы знаете, сегодня акции дарить нельзя. Вот я вам хочу сказать следующее. Вопрос звучит так, что можно ли подарить акции. Вторичного рынка акций до момента, скажем так, котировки наших пакетов акций либо долей компании на международном инвестиционном рынке делать нельзя. Это сделано для того, чтобы, не возникало бардака. Да? То есть мы сейчас находимся на стадии, наш проект до сих пор венчурный, я думаю, никого это не удивляет. То есть есть рисковость вложения денежных средств в наш проект. Да, мы близки к тому, чтобы данную технологию продемонстрировать. Степень риска вложения денежных средств в наш проект упала даже не то, чтобы там в разы на порядке, да, а в десятки, наверное, тысяч раз. Потому что в январе 2014 года люди дорисковали фактически всей суммой, и у них гарантий особых-то не было, потому что была только вера в то, что данная технология полезна, и то, что Юницкий их не обманет. Сегодня нам не то, чтобы есть чем похвастаться, нам есть что показать. Да? Вот последняя новость, за минуту буквально до начала, скажем так, нашего вебинара, по нашей компании прошла новость. Все, уже приступили, скажем, к изготовлению струнных рельсов на территории Экотехнопарка. Вот зайдите сегодня в раздел новостей после нашего вебинара и прочтите это. То есть началось, промежуточный опор вы знаете, установили, да? Вы знаете, что там уже, скажем так, фундамент заливается, второй анкерной опоры и так далее. Теперь будут размещать путевую структуру. Благодаря чему? Струнным рельсам. Вот уже приступили к изготовлению струнных рельсов. Это очень важно. То есть мы можем даже не только показать, вы можете приехать и пощупать это все. Поэтому и дисконт снижается, да, который вот с 8 июня он будет снижен, рисковость падает. Ну и те люди, которые долго кивали головой и сомневались, что это получится, ну, наверное, будет справедливо, да, то, что их дисконт, когда они будут покупать пакеты, будет ниже, чем ваш, когда вы поверили нам, да. Кто-то из вас год назад, а кто-то 2 года назад начал. И выслушал за эти 2 года, я представляю, да, чего только ему люди не сказали по поводу нашего проекта. Но спасибо тем, кто начал инвестировать в январе, например, в феврале 2014 года, как говорится, дожили в этом бизнесе до сегодняшнего дня и активно продолжают его развивать. Потому что, поверьте, они наелись столько за эти 2 года, когда давали информацию людям, что из себя представляет технология, что здесь можно стать инвестором и заработать денег, ну... Просто они понаслышке знают, что такое работать в MLM структурах, да? Так, там был еще какой-то вопрос. А если на первом уровне один человек, но на 1000 долларов? Нет, Марина, смотрите, то есть в чем и заключается, скажем так, движение по карьерной лестнице, вот есть условия, да? Вы можете даже на 10 тысяч купить долларов. Это тоже ваш будет товарооборот первого поколения. Но необходимо, чтобы было хотя бы минимум 2 партнера в первом поколении, которые взяли на 100 долларов. Тогда вы на одну ступеньку вырастите, тогда увеличится ваш процент и уровень глубины. Вот.
Я знаю, что могут быть люди, которые, скажем так, своими деньгами купили себе, купили там сестре и брату, да, купили себе, купили сыну и дочери. Вот они как бы себе вырастили первый уровень квалификации. Своими же деньгами можно себе закрыть второй уровень квалификации, третий уровень квалификации, да, то есть там заплатить за своих родных и близких эти деньги, и вроде бы как все хорошо. Но просто поймите, для чего вы это делаете. Если вы готовы просто сами инвестировать свои денежные средства, зачем вам тратить деньги на то, чтобы регистрировать кого-то под себя, просто покупайте пакет. Вот. А если вы, скажем так, выросли до какого-то уровня квалификации по маркетинг-плану, у вас есть погоны, ну и что? У вас есть погоны, у вас нет команды. Поэтому лучше что делать в этой жизни? Давайте людям возможность, не принимайте за них решения, да? Но и ни за кого не стройте ничего, и ни в коем случае не платите ни за кого. Жизнь так устроена, не надо делать людей счастливее, чем они того хотят. Я, поверьте, я ни в коем случае не зол на людей, нет, наоборот. Я готов помогать, мне нравится общаться с людьми и так далее. Но просто опыт работы в MLM-бизнесе меня привел к тому, что за людей не надо делать то, что они могут делать сами. Вот скажем так, $100 заплатить за себя, я думаю, может практически любой ваш знакомый, да, если он увидел в этом перспективу. Вот. Если нет, и вы за него заплатите, и потом еще за него начнете строить структуру, его реферальную ссылку давать и так далее, вы знаете, может произойти ситуация, что вы потом будете плохим. Потому что вы его зарегистрировали, вы купили ему акции, вы построили за него какой-то элемент структуры, он заработал денег, а потом вдруг раз и деньги в какой-то месяц ему не пришли. Он скажет, слушай, вчера были, а почему сегодня нет? Не надо воспитывать лентяев. Не надо людей, скажем так, осчастливливать больше, чем они того хотят. И вы знаете, есть выражение, куда порой... Какими намерениями, куда устлана дорога, да? Попросили вас о помощи? Помогите. А если вы, скажем так, чрезмерно хотите кому-то помочь, то со стороны это иногда выглядит навязчивость, да? Назойливость. Вот. А если вы кому-то помогли с целью того, чтобы потом ему тыкать, да, что я вот тебе купил пакет акций, почему ты не шевелишься, это вдвойне, скажем так, неприятная ситуация. То есть человек может чувствовать себя вам обязанным и вообще от этого бизнеса отвернуться и сказать, и вообще от вас убегать потом, понимаете, да? Вот. Делай добро, бросай его в воду. Я живу недалеко от места строительства в Беларуси. В Беларуси сложно с работой. Вы знаете, я в курсе, что в Беларуси сложно с работой. Я там периодически бываю, у меня жена живет в городе Борисове. Могу ли я принять участие в строительстве и к кому обратиться? Сергей, вы можете обратиться, если у вас есть строительная специальность, но для этого вам нужно, наверное, обратиться непосредственно в корневую компанию. У нас есть минский офис. Вот. Я не могу вам ответить сейчас, осуществляется ли у нас сейчас набор строительного персонала, да, но если вы живете недалеко от того места, где у нас есть стройка, хотя Гомель там, да, километров может быть, ну, 200 с небольшим, да, то есть вам нужно доехать еще и задать этот вопрос. То есть найти эту информацию можно через наш сайт RSV-System. Я не могу вам давать какой-то гарантии, но тем не менее, если вы ищете эту возможность, попробуйте. У меня когда-то получилось. Таким вот образом. Я попал в эту компанию, посетив международную конференцию в июле месяце 2014 года. Просто в перерыве зашел, подошел к людям, работающим в компании, задал вопрос, можно ли устроиться на работу, нет ли расширения персонала. Оно как раз на тот момент и было. Вот теперь я общаюсь с вами. Поэтому есть такое, есть книга даже целая, да, которая называется «Просите, и дано будет вам». Задавайте вопросы. Если вам откажут, скажут нет, ну, по крайней мере, вы знаете это. А если вы не спросите, а вдруг вам не откажут? Так, коллеги, еще там буквально один вопрос, который был вверху. Так, перевести деньги мы с вами разобрали, первое поколение разобрали. Ну, в принципе, вроде бы и все. По поводу всех... Изменение дисконта всем ли понятно? Поставьте просто плюсики, кто понял, да, что у нас дисконт меняется после 8 числа. В 23.45 8 июня заканчивается действие дисконта, который вы сегодня можете обнаружить в своем личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Чтобы потом не было непоняток, да, что вы захотите, а можно ли, вот 23.50 у нас некоторые, 23.55 начинают задавать вопрос, а могу ли я еще успеть там перевести деньги и купить пакет? Нет, не сможете. И я вам рекомендую, скажем так, если вы будете людям давать информацию и так далее, осуществить перевод денежных средств даже, скажем так, последний, 7 числа.
тогда вам стопроцентная гарантия есть, что все пройдет гладко и так далее. Не откладывайте это на последний момент. Вы же не начинаете собирать чемоданы, если едете куда-то отдыхать, за 10 минут до отправления поезда, находясь дома, правда? То же самое касается мира инвестиций и изменений дисконтов. Я вам рекомендую успеть, я вам рекомендую дать как можно больше информации окружающим людям. Вот. Заработать при этом, почему нет? Потому что вы, в принципе, зарабатываете, я считаю, на благом деле. Вы помогаете нам реализовать технологию, привлекая инвестиции. Ну и вы получаете положенное вознаграждение за эту деятельность. 50% на акционный счет будет начисляться, когда мы перейдем на измененный дисконт. То есть с 9 числа. То есть все изменения, соответственно, передвинуты на 9 июня. Таким вот образом. Если больше нет вопросов, коллеги, что я могу сказать? Хорошего вам вечера. Вот. Кому-то, может быть, выдохнуть, да, тот, кто сегодня был уже в серьезном напряге и там чего-то, может, не получалось с переводом денежных средств. Все у вас получится. Единственное, тоже не сильно расслабляйтесь. Поставили себе цель, да, осуществить перевод денежных средств, помочь кому-то это сделать, сделайте это, скажем так, ну, может быть, в режиме менее, скажем, быстрого биения вашего пульса, потому что срок немножко отодвинули. Спасибо вам большое за внимание. Завтра у нас будет вебинар по тому, что и где находится в нашем личном кабинете в 17 часов. Плюс ко всему, следите за расписанием вебинаров в разделе «Расписание вебинаров», да, нашего личного кабинета. Сегодня еще будет вебинар, в 19 часов будет Григорий Мирошниченко рассказывать о способах и методах построения бизнеса, как работать с людьми, как привлекать, как помогать развиваться. Да? Завтра будет два технологических вебинара, вы знаете, дуэт Сергея Сибирякова и Алексея Суходоева будут рассказывать для новичков и для тех, кто уже в бизнесе, что из себя представляет технология, где она планируется использоваться, какие новости в проекте, перспективы и так далее, и так далее. Целый ряд вебинаров на иностранных языках, и сегодня, и в среду, и в четверг, и в воскресенье. Поэтому, если у вас есть люди, которые говорят на французском, на венгерском, на чешском, на словацком языке, да, приглашайте их на те вебинары, где им на родном языке расскажут, что из себя представляют наши технологии. Но только потом, после вебинаров, обязательно свяжитесь с ними и постарайтесь каким-то образом ответить на вопросы, чтобы зарегистрировать этих людей в свою структуру и помогать им развивать бизнес.